Республиканский штаб озвучил статистику по коронавирусу и пневмонии за сутки. Так, по состоянию на 13 октября за сутки 122 пациента выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. За весь период 174 320. 63 новых случая коронавируса и пневмонии зафиксировано за прошедшие сутки. За весь период заболели 179 492 человека. На стационарном лечении находятся 430 больных, на амбулаторном 623. За сутки зафиксировано 2 смертельных исхода. На 13 октября зарегистрировано 2624 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии.